Вырезаем из пенопласта круг. Красим его белой грунтовкой. После того, как грунтовка высохла, накладываю небольшое количество текстурной пасты на круг. Распределяю пасту по всему кругу. Толщина пасты должна быть примерно 2-3 мм. После того, как паста высохла, окрашиваем ее аэрозольной краской. Вы можете выбрать любые другие цвета, которые вам нравятся.